Что, помыли, открыли. Слышишь, нормально. Саня? Я уже показывал как-то, да? Шо? Шо-шо. Я знаю, у кого такой цветок был и это... чем он занимался. Блин. Понятно, это моя юка, она у меня 6 лет стоит. Даже ты рассказываешь. 6 лет этому цветку. С цветком люди это делали дело, а потом скрывались с ним, убегали. Просто чтобы пыли помыть и чтобы немножко солнца набралось. Видишь, он начал подниматься даже, только такие упущенные эти были. Да, ну, у вас тоже поднялся, да, чуть-чуть? Всем привет, друзья, еду к Вите. Это просто жесть тут. Сзади он. Моря просто нереальные. Навстречу Кэмри ехала такая раз. И замер человек, как разъехаться. Ну, я нырнул на глубину, чтобы ему по сухому, по более мелкому месту проехать. Ну, вот такая тут жесть. Просто. Еще снег продолжает таять. Вон еще куча. Вот главное море. Море конкретное. Все, переплыли. Вот она, легендарная машинка стоит. Доехала она. Шины, кстати, выжили после той жести. Предпоследней покатухи. Когда три колеса раззулось, он диск чуть погнут, то не страшно. Ну и с оффроуда сама приехала. Так что все нормально. Сейчас надо будет поменять масла везде. Можно опять выезжать. Бампер тоже почти целый. Чуть-чуть подровняли. Потом опять его погнули. А нет, немножко подварить надо. Так, фу, нормально все. Трепец урвался, я на нем прокатился, понимаешь? Ну давай хоть по дрифте по рельсам. А ключей с собой нет. Что там? Ключей с собой. А замкнем напрямую. Или тут этот? А, тут же этот, наверное. Ёханый бабай. Вот эта машина, перенесшая такое. Я говорю, слышь, когда люди говорят, что у вас плохая, ненадежная машина, да? Я буду всю, я потрачу следующую всю свою жизнь на доказать, на того, чтобы доказать. Я буду покупать вазики. Из года в год. Я докажу на вазике, я на нем в кругосветку уеду. Ой, блин. Давай. Ух, тут сделали низкий щуп, понимаешь? А, вот так набралось, да? Там, где он низкий, и набралось. Что там? Ну вот оно. Ну вон, друзья, смотрите, даже эмульсия, несмотря на то, что мы слышишь, мы у Макса тогда мыли, жесть просто была. Ну здесь, видишь, как-то странно. Что-то удалили. Да, да. Короче, масло практически... Масло так, смотри, в чем прикол, Серега. Слышь, мы тогда с Максом мыли. Блин, как, здесь... как солнце падает. Стой. 79. 79? Да не, проверь, это рулетка, наверное, не точная. Там, наверное, 10 хорошо, сантиметров отрезали. Как 79? А ну еще раз. Рулетку проверь. Рулетка вроде четкая. Не, я. Давай. Хорошо, покажи давай мне, я не верю. Покажи. Ну сейчас, да, 77. Сейчас. Договорились. 77, 78. Ага. Ну, оно не такое и маленькое, как казалось. Все, я услышал. 78. Да, 2,54. Вером здесь. 31. 31 дюйм, короче, колесо. Стандартное УАЗовское. Давай, мы тут такие джиперы. Первые колеса. Что мы на память не знаем, да. На секундочку. Ну, вот, видишь, надо покупать все-таки тогда 32-33 сюда вот. Надо покупать. Ну, это безопасно. Это легко. Да. Ну, 31-32, то есть, вот, в принципе, вот этого даже размера, только в более злом и в широком исполнении, да. Ну, меньше, да, видишь, меньше нельзя. Надо попробовать Богер. Меньше нельзя. Ну, реплика Богер получится 74, он мерил, ты понимаешь, он уже меньше этого колеса. А, ну, а если брать 16-е? Ну, за 16, он только в 16-м. Ну, а
Что значит, подожди, только... 74, он 245, которая копия Богера. Короче, надо Сильвер покупать, вот который 265-75 сюда, вот такой надо. Это 33-й получится. Да, ну оно там чуть-чуть меньше 33-х. Оно чуть-чуть меньше, у меня такой стоит на гранде на моем. Угу. И они 830, когда новые они были, 830 миллиметров. То есть, в принципе, ну, все. Четко было бы. Не, ну поражает, что в моторе чистое масло оказалось. Ну как чистое, относительно. Относительно, да, немного булячное, но ничего себе. Все нормально. Ну, вот донор для УАЗа, да, хороший? Ну, здесь я сегодня столкнулся, я думал об этом уже, столкнулся. Здесь мотор, получается, чуть-чуть завален, вот так вот. Где? В ней, наклоненный. Ну и что? А поддон ровно. Поддон поменять и все. Поменять поддон, получается, да. Да, у меня вообще полулежа лежит в зеленой мечте. Еще сильнее завален, чем здесь, понял? Да, и ну... У меня вообще он почти лежа. Да нет, на вас уже решено, что ставить. Есть... Вещи, которые облегчают тебе жизнь. Ставить вот этот козлячик, всю жизнь вот потратить на то, чтобы этот мотор срасти грамотно, это... Твоя цель какая? Тебе надо, чтобы у тебя было 150 лошадиных сил, все. Да. Суровая тут территория, да? Суровая. Суровейшая просто. Историю про этот гольф? Это ну что-то ты рассказывал? Это тот, который знаменитый твой гольф, который... Знаменитый, который ДНРовцы забирали, так как... который... Не, который сначала забрали гаишники, потому что он чуть-чуть без документов был. Да, ты про него рассказывал. Да. Вот он. Так это ты нашел его в Киеве, откупил? Не, мне его человек с Донецка пригнал. А, да? Да. Сюда? Хозяин. Давно? Хозяин, потому что он же до сих пор... Он тут недавно. Не, недавно. Так а на ком он, на тебе на учете? На нем, на... Он... А, закрытый. Не переставной. А, он не переставной же. Ну, документы есть. Это тот, что ты рассказывал, какой-то заряженный, да? Ну, 1.8 был. А ну, сейчас что? Ну, он был классный. На... Ну, он сейчас на дисковых тормозах с гидроусилителем. Сзади а, дисковые, да? Да, стыкованный кузов там. Ну, и он был... Что-то поржавел чуть-чуть. На выхлопе, понял? Она сверлюкала в мои 18 лет, быстрее ничего не ехала. Так, блин, она почти полжизни с тобой эта машина была. Ну, с 2007 года. С 7-го, да? 17 лет нам было. 14 лет ты ее знаешь, да, получается? И причем из этих 14 лет она 7 лет простояла на штрафстоянке. Ну ты там через забор смотрел же на нее? Каждый день. Каждый день. А потом смотрю, диски ушли, его забрали с титанами, потом диски ушли. Слышишь, там что-то сзади, или то один только диск не тот? Один диск не тот, потому что здесь ехали в Киеве на ней, открутилось колесо и перелетело на встречку на Варшавке. И как... херячила в автобус лобовой и разбила все там лобовое ему полморды. Охереть вообще. Фотка есть где-то, и диск там, ну, хорошо. Поломался, да? Порядочно, да. Поэтому... Да. Диски как бы... Так, есть. А ты плакал, да, не спал ночами, и он тебе тогда привез ее, да? Представь, насколько сильно. Любовь я, какая. Я за ним сумував, що він через 7 років до мене повернувся. Когда я приехал на ДНР, ну, ДНР начали чистить эту площадку, понял, они приехали, стоянку начали чистить, у них кран, они все грузили. Я говорю, здесь гольф стоял, где он? Говорит, мы его забрали, говорю, это мой. И, короче, мы встретились. Приезжаю к ним, договорились встретиться, все на стоянке, они говорят, мы его уже увезли, но если хотите, вечером мы вам его там подгоним. Короче, кидают где-то там... На окраине Донецка, в каком-то лесу, прикинь, я приезжаю на измене, они же дураки все с калашами, только первые недели... Да ладно! А, это тогда еще было? Первые недели перестройки, 14-го года, только баррикады начали, да, плюс... Я приезжаю в лес, прикинь, они стоят с гранатами, с калашами, по 18 лет им, дуракам. Они говорят, мы сейчас не делаете резких движений. И говорят, какие резкие? Вот, говорю, 4000 гривен, говорит, за 4, что я куплю. Вот, говорю, 4000 гривен, давайте, я пошел. Я его на шнурок прицепил и домой повез. Охереть вообще, да. Вот это истории под вечер тут вырисовываются, нормальный контент. Машина гениальная, и когда я его забрал, это была победа.